Владимир Ильич, защитник. Защитник Иван Ликомов. Скуляш, стащи. Алексей Валентинович, попросим вас пару слов приветственных. Добрый день. Приветствуем ребят, приветствуем наших новичков команды. По традиции мы встретились здесь, в музее «Северсталь», чтобы ребята ознакомились с историей компании, генерального партнера хоккейного клуба. И представим на суд общественности наших ребят, которые, я считаю, усилили нашу команду. Сезон предстоит очень интересный, напряженный, и, судя по календарю, очень насыщенный. В целом календарь для хоккейной команды «Северсталь», я считаю, хороший, сбалансированный. Команда собралась, команда провела первый сбор. Хорошо, я считаю, мы отработали в межсезонье. Тех ребят, на кого мы, кому планировали пригласить, мы пригласили. Сейчас они находятся здесь. В клубе в межсезонье произошли и значительные изменения в материально-технической базе. Клуб растет, развивается. В частности, это своя билетная система, которая будет работать в этом году, мы ее допускаем от хоккейного клуба. Поэтому в целом мы все в ожидании, как и игроки, после отпуска отдохнули, пришли с хорошим настроением, с силами и приступили к работе. Также большой положительный, позитивный отдых от наших болельщиков, которых мы приглашаем и ждем в новом году поддержать команду. С интересом и с ожиданием поступает масса звонков, обращений в клуб. Все интересуются обновлением команды, составом команды. Мы это чувствуем. Да, тот сезон был, можно сказать, успешным, мы попали в плей-офф. Но я считаю, что это не тот предел, который достоин наша команда. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы повторить и, наверное, улучшить тот результат, показанный спортивный, который был в прошлом году. Спасибо за внимание. Если вопросы будут, готов ответить. Сначала, наверное, Александр Вячеславович еще дать пару слов сказать. Коротенько, да, хочу еще раз поприветствовать всех ребят, которые здесь у нас находятся. Эти ребята находятся здесь не случайно, так как мы с Кубей, с Валерием Михайловичем, с Алексеем Валентиновичем обсуждали каждую кандидатуру, поэтому, повторяюсь, парни здесь не случайно, и я думаю, они принесут колоссальную пользу нашей команде. Так что еще раз хочу
ощущение, еще раз говорю, что ощущение больше положительное. И есть и плюсы, но есть еще и минусы. То есть много ребят новых адаптируются еще в разных командах, как бы все по-разному. То есть к нашим условиям, к нашим требованиям адаптируются. Но видно, что даже к концу сбора, за те там, практически 2 недели, прогресс очевиден. То есть мы работали, сейчас не буду говорить о технических аспектах, мы работали прежде всего ребятам, хотели донести наши тактические моменты. Ребята схватывают, не все еще получается совсем, но у нас еще есть время для чемпионата. Месяц, я думаю, все наладится. Место директора сел, поэтому тебе снова. Всем добрый день. Но на самом деле, хотел бы тоже сказать огромное спасибо руководству, тренерскому штабу, что вы пригласили меня в команду. Мне очень все нравится. Череповец знаю не первый год, но знаю, как приезжал как противник. Сейчас я, можно сказать, защищаю цвета Череповца. Поэтому мне все нравится. Я первый раз в музее в таком. Обычно были там где-то. Что-то с нефтью было связано, здесь остались. Поэтому